Рябины, клены, липы и черемухи. Новая аллея выросла за один день, как по волшебству, во дворах домов номер 7 и 7Б на улице Родионова. Но магия ни при чем. Это дело рук самих жителей, участников акции «Наш лес, посади свое дерево». Вместо волшебной палочки, саженцы, лопаты и большое желание химчан сделать свой округ еще зеленее. Вместе с жителями, которые активно принимают участие в данной акции, вместе с детьми, семьями, выходит и помогает нам вместе сделать город более зеленым, красивым. Ведь деревья – это наши легкие. Поэтому все с удовольствием сегодня при хорошей погоде сажаем красивые деревья и делаем наши дворы уютнее. С погодой действительно повезло. Солнечный день без осадков позволил тщательно подойти к планированию мест для посадки. Участники руководствовались не только эстетикой территории, но и особенностями самих деревьев. Некоторые из них требуют больше посадочного места, какие-то более устойчивы к ветрам. Их старались высаживать у парковочных зон. Королева бала – рябина. Если другим деревьям понадобится целый сезон, чтобы порадовать горожан кроной, то костры рябин горят уже сейчас. Это вообще шикарные на самом деле акции, которые нужно проводить, мне кажется, даже в обязательном порядке во всех городах, там, начиная от Подмосковья и заканчивая вообще транслировать на всю Россию, потому что они помогают озеленять наш город, нашу землю, вообще в принципе планету. А от этого, конечно, и благоприятная окружающая среда, атмосфера, счастливые, довольные, здоровые люди, дети. Совместный труд и вправду объединяет. Благодаря общим усилиям только в Новых Химках высадили 950 саженцев. Акция «Наш лес, посади свое дерево» традиционно прошла во всех микрорайонах Химок. Елена Тараненко, Екатерина Дроздова, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.